Так, поездная связь. Сейчас помониторим КВ. Что услышим, интересно. В принципе, эфир чистый. Так, вот капля наша. Ну, не наша, а русская. Эфир абсолютно чистый, никакого шума нет. Ну, что тут кого рядить, судить за это, что ли? А, я в последнее время... Вкормите его, конец. Так, это мы только что услышали конец СТК медиа. А вон, кстати, пожарка есть. Вон пожарка красная с мигалками. А вот олени зажгли кортицу. Народ у нас такой, как молодцы. А, принято. Ну, это старый, как сказать, старая антенна образца 70-го года. Конструкция, или кто их изготавливал и продавал, это Дэвид-6 Николай Ван, Гюнтер фон де Лай. Правда, я антенны и канатики уже заменил два раза, потому что это, у меня она уже стоит 19 лет. Так что постепенно они протерлись. Я посмотрел, ну, можно было еще использовать, но я у него, опять же, у этого конструктора заказал эти 100 метров антенного канатика и новые сделал где-то порядка, наверное, год назад.
Расстояние где-то 3 метра на приеме. Да. Так, диапазон шикарный, чистый, двоечка. Ой, вот три двоечка. Ну не знаю, у меня он стоит на разрешенная мощность, я его все выставил. И 750 ватт у нас разрешено на приеме. Ну, ребята все работают, они киловатты дают, говорят, кило, и чуть-чуть побольше у них выдает. Но я стараюсь этого не делать, она тут незаметна будет. И лампочки, они дорогие. И так что он у меня тоже уже работает, наверное, лет 20. Вот, и лампочки еще рочим. У меня стоит тут уже, но я довольный. А что там новое выходит? Даже... Так. В общем, эфир чудесный на КВ. На УКВ, как всегда, народ спит практически, никого немає. Вот, ну а на КВ здесь прямо красота. Вот. Прям прелесть.